свежей кухне, свежей кухне, еще разик, еще раз. Самое сложное, наверное, это когда твой подчиненный исполняет, допустим, выполняет какую-то тяжелую задачу, а ты находишься в стороне и не можешь повлиять, то только уже надеешься на то, что ты его все-таки научил тому, что он должен сейчас сделать. И ты ждешь результата, ждешь и ждешь его домой. Вот, наверное, самое сложное. Обстановка на Северном Кавказе продолжает оставаться напряженной. Лидеры бандформирования не устают постоянно готовить диверсионно-террористические акты для совершения дестабилизации обстановки в республиках Кавказа. Предположительно, на северных склонах горы Кандылхоха располагается бандформирование до 7 боевиков. Задача уничтожить бандформирование и в дальнейшем действовать по указанию старшего командования. Напоминаю, схема, местность – это волчьи ворота. Ограниченный проход справа-слева. Поэтому маршрут движения под группой обеспечения, которая будет являться тыловым дозором, надо обеспечить с таким расчетом, чтобы они образовали коридор и вытянули, что, основные силы и головной дозор на себя. Единственный минус этого способа в том, что когда группа будет выдвигаться, есть вероятность, что они будут пересекать линию их огня. Правильно?
Есть два варианта. Либо тебе двигаться, либо им. Ты на свое усмотрение, по решению сам выбирай, какой лучше. Пересечение линии огня друг друга. Человек стреляет, и человек, который бежит прямо перед его стволом. Быстрее, быстрее, быстрее! У него ранили правую ногу! Вы поймите, чем дольше мы находимся в зоне, тем постепенно фонтанчики пуль к нам начинают приходить. А в засаде на каждый квадратный метр приходится по 5 пуль. Мы бы отсюда практически вообще ни оттуда не вышли. Единственный плюс у тебя получился. Быстро сообразили по раненому. То есть быстро подгруппа, твой тыловой дозор быстро превратился в подгруппу эвакуации. Это быстро сообразили, молодец. Плюс тому, кто это сделал, кто руку поднял, кто это сработал. А, кого тем более, командир. Куда спускаемся в ущелье? Куда? Вдоль склона вы в зону выходите! Вперед, 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 вперед! Еще один уходит! Быстрее, парни, быстрее, первые! Все, командир, 2 минуты работы, приступаем. Плюс 2 минуты на уточнение задачи, мы приступаем к выдвижению. Десантники, они как рот войск, самостоятельный рот войск, предназначен в основном для выполнения боевых задач в тылу противника. Со всех сторон враг, и кроме как на своего товарища больше не на кого положиться. Поэтому их этому нужно учить в мирное время. Именно на занятиях, именно в процессе повседневной жизнедеятельности, чтобы они уже чувствовали здесь, на своей земле, вот, при выполнении учебных боевых задач. Потому что уже когда боевые задачи пойдут у противника, он должен знать, что со спины его прикроет товарищ, что он ему поможет. И я думаю, это очень положительно. ВДВ своеобразные традиции дух выработался на протяжении десятилетий, и он эти традиции, самое главное, мы их никуда не исчезают, они наоборот приумножаются. Thank you.
каждый из них понимает, что сегодня он может быть первым номером, а завтра он может быть вторым номером. В зависимости от выполнения поставленных задач, от того состояния, которое у него есть, морального, психологического, физического. Я думаю, они это понимают. И настолько притерлись, она и успешно у нас действовала, снайперская пара на соревнованиях. Наша задача уже командиров своими умными решениями, головой своей, сделать так, чтобы солдат выполнил без потерь эту задачу. Предусмотреть за него, за младших командиров, на много ходов вперед, это необходимо. Что у них очень много завязано на обеспечение, на комфорт. Если все эти плюсы у них отобрать, парализовать управление, и тот полковой сухопутный, который наступать будет с фронта, ему будет легче его разгромить. Thank you.
Есть бойцы, которые, да, попадают в воздушно-десантные войска, да. Когда они окунулись уже в эту атмосферу, вот потихоньку перерождается сознание, и уже потом впитывают они вот это чувство долга, ответственности. Вот. Им самим даже приятно, потому что они служат, ну, ВДВ, носят тельняшку, береты, и почувствовали, что они мужчины, что он способен преодолеть страх, себя, вот, и достичь чего-то. И осознают то, что они служат в элите. Реально это его жизнь становится, его дело жизни. Тут, не знаю, семьи уже пропитаны таким духом. Плескалась, прокатилась, разлилась в русском сердце.